В Беларуси создадут межбанковскую систему идентификации. Соответствующий указ накануне подписал глава государства. Новая услуга позволит клиентам банков, единожды пройдя процедуру идентификации, получать обслуживание дистанционно и притом в любом другом учреждении финансовом. Это значит, что белорусам станут доступны услуги, оказываемые банками, независимо от наличия в населенных пунктах их отделений. По словам представителей Нацбанка, указ о развитии цифровых банковских технологий избавит людей от бумажной волокиты и частых походов в банк. Документ вступит в силу в октябре 2016-го. О новой эре в сфере финансовых услуг расскажет Дмитрий Титов. Принцип одного окна, но теперь уже не выходя из дома. Эксперты сходятся во мнении, что уже совсем скоро белорусы будут приходить в банки только для того, чтобы пройти процедуру идентификации. Проще говоря, регистрации, а затем без проблем пользоваться их услугами на расстоянии. С 1 октября 2016 в Беларуси начнет функционирование система межбанковской идентификации. У вас, например, в каком-то городе, поселке есть отделение одного из банков. Вы пользуетесь услугами этого банка. У вас есть, например, там вклад, открыта зарплатная карточка. Но в других банках, другие банковские услуги, которые либо не предоставляют вообще этот банк ваш, так сказать, местный, либо условия в других банках, в минских, интересней, вы выбираете эту услугу на сайте банка, в интернет-банкинге этого банка, то есть через любой дистанционный канал банковского обслуживания и посредством вот этой межбанковской системы идентификации, через вот этот межбанковский идентификатор, вы можете, не вставая с дивана, приобрести услугу либо продукт другого банка. К вступлению в силу указа усовершенствуют и единое расчетное информационное пространство ЕРИП. Именно с помощью этой системы можно будет осуществлять новые банковские транзакции. Взять кредит, открыть депозит, оформить карточку онлайн и в любом банке, присутствующем на белорусском рынке, даже если такого финансового учреждения нет в вашем населенном пункте. Соревнования банков по количеству отделений и красоте офисов уже не имеют значения. На первый план выходит число выгодных предложений. Нацбанк уже давно предлагал избавить граждан от посещения финансовых учреждений, тем самым увеличить конкуренцию между ними. С 1 января 2017 года все индивидуальные предприниматели и юрлица, пользующиеся услугами банков и других юридических лиц для организации приема платежей, должны подключиться к услуге ЕРИП. Таким образом, новый документ позволит платить за работы, товары и услуги более чем в 13 тысячах пунктов в инфокиосках, банкоматах, а также посредством систем дистанционного банковского обслуживания. То есть, если у вас в качестве простого примера товарищество собственников в вашем доме есть, и оно собирает денежные средства посредством платежей каких-то там через другие банки, либо через каких-то других агентов, через Белпочту, оно будет обязано не в каком-то конкретном банке иметь договор, да, а обязано будет иметь договор с ЕРИПом. Внедрение новейших цифровых технологий в банковской сфере – общемировой тренд, который уже получил положительные отзывы от финансовых аналитиков, а также от представителей бизнеса. Указ, по их мнению, должен снизить стоимость банковских услуг за счет роста конкуренции. В настоящий момент мы видим, что какие-то банки имеют очень широкую филиальную сеть, а какие-то банки гораздо более узкую. И когда потребитель хочет пользоваться услугами теми или иными, часто у него нет такой физической возможности. Сейчас он зарегистрирует себя, идентифицирует и получит возможность приобретать любую услугу любого банка. Прийти с паспортными данными в любой банк и получить свой собственный идентификационный номер можно будет с 1 октября 2016-го. И дальше, как подчеркивают представители Нацбанка, совершать все транзакции можно будет, не выходя из дома. Без подписи и личного присутствия. Дмитрий Титов, Виталий Селявко и Николай Рузавин. Агентство теленовостей.